В Маругазинском районе Башкирии завершили реконструкцию газопровода. Здесь построили дополнительную ветку протяженностью почти в 11 километров, которая повысит безопасность и обеспечит бесперебойность поставки попутного нефтяного газа с Уршакского месторождения на Шкаповское газоперерабатывающее предприятие. Новую линию проложила компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти». Она пролегает от компрессорной станции «Уршак» до распределителя «Раевка» и обеспечивает поставку до 50 тысяч кубометров углеводородного сырья в сутки на переработку. Попутный нефтяной газ поступает на Шкаповское газоперерабатывающее предприятие и перерабатывается в газомоторное топливо и газовый стабильный бензин. А это ценное сырье для нефтехимической промышленности. Строительство дополнительного ответвления газопровода стало важным шагом в реализации целевой газовой программы «Башнефти». Она направлена на снижение выбросов в атмосферу и улучшение экологической обстановки в регионах добычи. Благодаря внедрению новых технологий очистки, осушения и компримирования, попутный нефтяной газ, который ранее считался побочным продуктом добычи и сжигался на факелах, стал ценным сырьем. Строительство лупинга стало очередным шагом «Башнефть-добыча» по реализации газовой программы, нацеленной на повышение экологической безопасности производства. Благодаря ей «Башнефть-добыча» снизила объемы сжигания нефтяного газа на 450%. Ну и так, на основной арсланской группе месторождений в республике уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 99%, на Краснохолмской группе 98%. Ну а в целом на месторождениях «Башнефть» добычи основного оператора по добыче углеводородного сырья в составе «Башнефти» показатель рационального использования попутного нефтяного газа на территории Башкортостана 96% при нормативе в 95%.